Это от чего повреждения? От пуль. Идти вот так, да? Или что надо? Мы же набираем воду. Мы, например, мир уже хотим, чтобы уже дети в школу ходили, чтобы мы уже нормально ходили, чтобы люди уже не боялись, чтобы ничего. По домам уже пошли, чтобы все нормально было. Когда она уже кончится, мы неизвестно. Уже представьте, 8-й год тут живем. В нашем ДНР-овцам пугануть украинцев, чтобы они не блатовали, чтобы они узнали, что такое по подвалам ночевать. Чтобы они узнали, что такое семьи и дети, как в школу не ходят, прячутся от бомбежек. Дети знают каждый выстрел уже, откуда летит. Надо их пугануть немножко, чтобы они прочувствовали на своей школе.